Красота и ничего лишнего. В галерее творческого объединения «Шереметьев-центр» открылась персональная выставка Ильи Варивченко. Уже третья для автора. В объективе фотографа девушки. Очаровательные и удивительные в жизни, на снимках они просто светятся женственностью и изяществом. Секрет в том, чтобы найти идеальную модель. Это такая мозаика, которая складывается из многих лиц на самом деле. То есть вот таким вот образом. Что-то одно, наверное, нельзя сказать, показать пальцем, да, на кого-то и сказать, вот она идеальная модель. Это собирательный образ на самом деле. Илья признается, профессиональным фотографом себя не считает. Ему нравится называть себя любителем. Только так можно оставаться свободным в своем творчестве и делать только то, что действительно любишь. Я зарабатываю на жизнь другими вещами, совершенно не связанными с этими делами. Вот. Соответственно, у меня руки развязаны. Нравится мне девушка, я ее снимаю. А если девушка мне не нравится, то поскольку я не голодаю, то я ее снимать не буду, даже если она пытается меня как-то купить. То есть я на рынке не продаюсь. Я делаю только те проекты, которые мне интересны. Это может быть проект коммерческий. То есть не то, что я не буду принципиально что-то делать. Я снимаю за деньги, но только в том случае, если я вижу, что я могу сделать хорошо, мне это интересно. Главное в фотографии не результат, уверен автор, а сам процесс. Если наладить общение с моделью, снимки получаются искренними, без лишней мишуры. Только красота, один на один с фотографом. На самом деле это гимн женской красоте. Илья всегда очень хорошо чувствует девушек, с которыми работает. Они для него, мне кажется, не просто модели, а прежде всего личности. И если вы обратили внимание, это видно через снимки. Я бы сказала, что на съемке он очень понятливый, чуткий человек. Наверное, поэтому такой результат. Весна – пора цветения и красоты. Насладиться портретами ивановских красавиц работы Ильи Варивченко можно будет до 28 апреля. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.